Друзья, всем привет! И сегодня я вам расскажу о новом ICO проекте. Мы обсудим проект такой как Yanu, который внедряет технологии блокчейн, а также поговорим о деталях данного ICO. На сегодняшний день в таких странах как Япония, США и Китай уже существуют компании, которые серийно выпускают роботов, предназначенных для домашнего хозяйства, а также активно занимаются внедрением робототехники в различные бизнес-сферы. В Китае такие роботы уже массово собираются. Сейчас вполне реально приобрести робота-собаку или, скажем, робота-пылесос, который будет выполнять ваши команды. В промышленной отрасли уже давно существуют станки с ЧПУ и полностью роботизированное оборудование. Помните, работа бармена из фильма о пассажирах, который то и дело подливал виски тому красавчику. Так вот, Yanu – это подобие того робота-бармена. Yanu-робот – это полностью автономная барная стойка. С помощью искусственного интеллекта Yanu может общаться с людьми и поддерживать интересные беседы, принимая платежи, а также любой человек может высказать свое пожелание. Навыки робота Yanu позволяют содержать до 50 бутылок с различными напитками. Выдавать напитки робот Yanu сможет при помощи руки, при этом робот способен приготовить коктейли по желанию, помимо выдачи обычных напитков. Чистые напитки, виски, вода, кола и так далее. В программу Yanu будет заложено множество коктейлей, а также программа их приготовления, например, какая-нибудь голубая лагуна или секс на пляже. Искусственный интеллект Yanu поддерживает сохранение до 2000 напитков и коктейлей. Скорость подачи просто вдохновляет – до 150 напитков в час, что безусловно повысит качество обслуживания. Yanu будет иметь свой облачный сервисный центр, в котором специалисты смогут удаленно продиагностировать в случае неполадок и выдать рекомендации по устранению неисправностей. Также, разумеется, будут и выездные специалисты. Итак, прекрасная идея есть. Теперь нужны средства на реализацию данного проекта. Самым эффективным и, я бы сказал, традиционным способом в данном случае будет проведение ICO и внедрение токенизации в данную систему. В данной системе будет запущен собственный токен Yanu, с помощью которого вы сможете расплачиваться с помощью мобильного приложения. Естественно, робот Yanu будет принимать к оплате и традиционный фиат, но при оплате токенами вы получите статус VIP. Как и где вы сможете воспользоваться токенами Yanu? Расплачиваться за напитки и другие услуги за роботизированной барной стойкой Yanu. Если у вас есть свой бизнес, клуб, ресторан, общественное место, то вы сможете приобрести роботизированную барную стойку Yanu за токены платформы. Получить VIP статус и всевозможные скидки в заведениях, где есть такая барная стойка. Расплачиваясь токенами Yanu. Торговать токенами на известных биржах. Ознакомиться с проектом можно более детально по ссылкам, которые я оставлю в описании. Итак, давайте поговорим, почему же стоит поддержать данный проект. Команда Yanu, абсолютно все ее работники, трудятся во благо компании и всегда готовы помочь в любом вопросе. Они всегда на связи и не пропадают из виду. Ведь на текущий момент, когда мы говорим про ICO проекты, данный факт весьма важен. Все прототипы, сделанные командой разработчиков, есть в открытом доступе. Уже сейчас вы можете ознакомиться и опробовать данную систему. У лидеров данного рынка огромнейший опыт ведения бизнеса такого рода, и Yanu непременно ждет успех. Прочитав, сделав краткий обзор данного проекта, хочу сказать, что проект весьма перспективный и идея у проекта очень уникализированная. Я оставлю необходимые ссылки, как говорил в описании, и вы по ним можете ознакомиться с данным проектом более детально. На этом у меня все. Это был краткий обзор проекта Yanu. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. Всем пока!